На сцене Дома культуры молодежи воспитанники театра дружбы и добра особенных детей и молодых людей. У каждого непростые проблемы со здоровьем. Но, несмотря на это, ребята находят в себе силы творчески развиваться, выступать и радуют не только своих родных, но всех неравнодушных владимирцев. Интеграция инвалидов в жизнь общества становится возможной благодаря помощи представителей целого ряда организаций, которые поддерживают особенных людей. В нашем обществе состоит 503 человека на данный момент. Вот. Занимаемся в основном реабилитацией инвалидов по зрению. Учим, как жить, как в трудной ситуации, как элементарно порезать хлеб, налить чай, готовить учим, ходить с тростью. Во Владимире инвалидам помогают 11 общественных организаций. Их представители говорят, людям с ограниченными возможностями здоровья нередко требуется помощь и в быту, и в покупке самых необходимых вещей. Но возможность выходить в общество и знаки внимания важны не меньше. А так как у нас люди такие, знаете, есть и лежачие, и дети-инвалиды, энергичные, мы стараемся, ну, украсить их досуг, делаем ряд, множество даже мероприятий. Новый год на нас, Рождество. То есть будем переодеваться, Деда Мороза, Снегурочку, проедем по некоторым адресам. За добросовестный труд общественников поблагодарил первый заместитель главы администрации областного центра Денис Егоров. Он отметил, очень важно, когда неравнодушные к чужой беде люди стараются дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Каждого человека с ограниченными возможностями, потому что человек иногда не может получить какую-то услугу. Эти организации им помогают. Человек не может куда-то дойти. Эта организация помогает ему просто знать, что он в этом мире не один, а у него очень много добрых друзей, в том числе администрация города Владимир. На торжественном вечере в честь Дня инвалидов наградили победителей городской премии «Вместе мы можем больше». Активных общественников отметили благодарностями мэрии. Для участников встречи подготовили праздничный концерт. Алексей Дудин, Татьяна Гордеева, Сергей Власов.